Вы знаете, да, действительно соглашусь с вами, что моральности как-то очень стало очень мало, что и в кино, и в социальных сетях, интернете. Вообще, в принципе, люди стали аморальные. А как с этим справляться? Мне кажется, это все-таки как бы у нас сейчас свобода полная, свобода выбора, свобода действий, свобода слова. И поэтому люди немножко расхлябились, немножко расслабились. Я считаю, что немножко каждому нужно задуматься о том, кто он есть на самом деле, и заглянуть вглубь себя. Тогда люди станут лучше, крепче, и как-то ценности как-то более яркие, что ли, стойкие в человеке. Поэтому, мне кажется, с этим справляться очень сложно. Очень часто пытались там закрыть какую-то сеть, там закрыть какие-то входы, выходы. Сейчас борются этим спамы, да, там убирают разные, то есть специальные службы, которые занимаются этим. Но все-таки это как-то вот оно есть, и как-то вот и кино выходит у нас там разные, которые я, в принципе, там некоторые моменты я не понимаю, там сексуального наклона, которые там, да, пропаганда вот этого всего. Нет, я всех люблю, я считаю, это свобода выбора, но пропагандировать это, я считаю, что это не совсем правильно, потому что все-таки у нас растут молодое поколение, которое на это все смотрит, и от этого всего как бы берутся какие-то свои азы и уже двигаются сами так по жизни. Поэтому нужно думать о других в первую очередь. А как с этим бороться, я боюсь, что это в принципе невозможно, только если люди сами задумаются об этом.